Всем здравствуйте! Сегодня у нас, конечно же, проверка багов в Грэнни. Я предлагаю начать с самого первого. Баг заключается в том, что надо просто пройти вот сюда. И здесь у нас есть такой проваливающийся пол. И если наступить на правильную доску, по-моему, вот эту, то тогда пол, по идее, провалится, конечно, но вы не убьетесь. Да, давайте сейчас попробуем. Ну... Я думаю, в принципе, что это возможно, но это сделать очень сложно, и на этот баг надеяться нельзя. А вот на какой баг точно можно надеяться, так это на такой, что вы идете как бы сюда, и дальше вот идет Грэнни, да, и вы вот тут оказались. Видите тут шкафчик? Знаете, что делать? Сейчас расскажу. Короче, если Грэнни где-то здесь, то по идее... Ой... Ого, вот это интересно. Вообще, по идее, для бага надо прыгнуть сюда. А, вот тогда она вас убивает. Ну, короче, типа работает, но типа не особо. То есть, если бы я не прыгнула, она бы меня не убила. Так, я воскрес. Для... Только мне бесит, что я хромаю. Ну, короче, для следующего бага нам понадобится... арбалет, либо дробовик. Сейчас давайте попробуем найти либо ключ от арбалета, либо часть от дробовика. Все, я нашел ключ от арбалета, поэтому будем пользоваться арбалетом. Так, предлагаю сейчас подстрелить Грэнни, потому что она нам сейчас будет мешать. Вот, пришла моя крошиха. Ну, туда тебя, извините, конечно. Ага, спасибо. Чё с тобой, тёть? Ну ладно. Сейчас для этого бага нам нужен молоток. И вот этот freeze trip. Давайте, ну freeze trip у нас уже есть вроде. Ага, спасибо. Ой, я заморозился. Кайф. Ну ничего страшного, сейчас разморожусь. Давайте искать этого молоток, да. Так, тут у нас что? Тут у нас какой-то медведь тупой. Ну, короче, да. А, вот где. Ну и туда тебе. А можно патрон взять? Нет? Спасибо. Куда он катится постоянно? Дебил. Так. Там у нас что, отвертка? Не нужна нам эта ваша отвертка. Ничего себе, я угадал. Все, у меня теперь есть hammer. Или, вроде это так читается, да? Ну да. Так. Что нам теперь надо? Нам теперь надо вот тут профигачить доску. Доску. Туда тебя. И вот эту хрень, ну, пока что дропнуть вот сюда. Так. Пойдемте теперь за медведем, потому что он нам нужен. Да. Короче, что надо делать с медведем? Его надо будет закинуть в кровать. Слендерина там какая-то мерзкая появится. Вот прям в тот момент, когда Грэнни наступит на вот эту вот замораживающуюся... Да. И тогда, по идее, Грэнни должна будет вообще не догонять, что происходит, и типа тупить, в общем, да. Во, все, класс. Да, спасибо, я понял. Теперь берем медведя и ждем, когда эта дура туда зайдет. Вроде она уже должна воскреснуть. Или нет, я без понятия. Во-во, так. И дропаем его сюда. И чё? Тут у нас появилась какая-то... Это... Это кто? Слендерина? Непонятная. А где медведь? Ты куда медведя дел, уродина?
И тут у нас осталась какая-то грэнни непонятная. Maybe I can use... Чё? Короче, он там что-то может юзать. Но это прекрасно, когда кто-то что-то может юзать. И по идее у нас грэнни должна быть здесь. Но ее тут нету. Поэтому, скорее всего, этот баг не работает. Вот. Да. Ну, слендерина прикольная, кстати. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. И ушел.